На протяжении 2 недель проходил отбор на первенство городского округа по плаванию в ластах «Звездная миля», который посвящен Дню космонавтики. Тренеры плавательного центра «Нептун» выбрали для участия в соревнованиях 103 спортсмена, но после всех отборов в финальном заплыве боролись лучшие из лучших – 56 человек. Сегодня на дорожках, как всегда, накалены страсти. Вот сейчас идет самый финальный заплыв. И все, конечно, болеют, и педагоги, и родители, и даже товарищи по команде. Чтобы научиться плавать, особыми способностями обладать не нужно. Любой человек в любом возрасте может научиться плаванию, но далеко не каждый сможет достичь в нем успеха. Страсти накалены до предела, и каждый спортсмен стремится к победе. Но чтобы выиграть, иногда достаточно поддержки от близких родственников. А иногда важную роль в соревнованиях играют напутственные слова тренера. У меня 8 внучат, 2 внучки. Вот. Мой соревнуется внуком Морозов Глеб. У меня внучка в бассейн ходит, дочь моя Ангелина ходила. Вот. Ну, как бы все, вот мы любим очень наш бассейн, любим плавать все. Внучкой горжусь и внуком, вот, всеми. И сама спорт люблю тоже. Плаванием занимаюсь 5 лет. В детстве я боялась воды. Мама меня отдала в бассейн ради того, чтобы я научилась плавать. Потом открылось то, что у меня большой талант к плаванию, и я решила остаться. У меня много первых мест, довольно-таки из-за того, что мне помогает мой тренер. Большое спасибо моему тренеру. Мне кажется, он самый лучший. Он открыл мою жизнь в плавании. Без него бы я не справилась. Ребята соревновались в 5 возрастных категориях. Спортсмены помладше боролись за первенство в классических ластах, а постарше – в моноласте. Победителей и призеров выбрали в каждой категории среди мальчиков и девочек и наградили их грамотами и медалями с изображением первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Екатерина Сусенко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».